Как можно одним рецептом помочь собственной печени и бронхолегочной системе? Если вам нравится эта тема, поставьте лайк и постарайтесь досмотреть это видео до конца. Я профессор, доктор медицинских наук, врач восстановительной терапии Виктор Владимирович Картавенко. И смысл этого рецепта заключается в том, что с незапамятных времен древние египтяне для своих строителей пирамид использовали удивительный коктейль под названием хикис – смесь пива и смесь молока. Именно пиво вместе с молоком дает замечательный, послабляющий для печени эффект, послабляющий, то есть выделяющий секрет бронхолегочный, и таким образом одновременно очищается, улучшается качество работы печени и освобождается, улучшается качество работы бронхолитического эффекта, освобождения бронхов и легких. Кстати сказать, этим рецептом уже в средние века очень хорошо воспользовался со своей некой модификацией знаменитый врач по имени Парацельс. Да, и кстати, ваш покорный слуга тоже отметился на этой ниве. В 1978 году, будучи совсем еще сопливым лейтенантом медицинской службы, я получил малую золотую медаль выставки достижений народного хозяйства за модификацию древнеегипетского рецепта лечения печени и бронхолегочной системы. Об этих секретах мы с удовольствием расскажем с моей женой вам на нашей встрече с вами. Приходите на наш авторский вебинар, и мы поделимся с вами не только этим рецептом, но и многими другими методами и способами, как диетическими, как гастрономическими, так и рефлекторными, для того, чтобы улучшить состояние и печени, и бронхов, и легких. Приходите и приготовьте свои вопросы. До скорых встреч! Почувствуйте исключительную заботу о вашем здоровье.